микроштамбы. Сорт «Самарская лидия», трехлетка, в контейнере 5 литров. С весны растет. Я его обрезала очень коротко. Даже не видно вообще среза. Для того, чтобы выгнать самый классный ровный побег. Смотрите, мне дает 4 побега. Конечно, вот этот перспективный всего пока что. Но я ничего пока не буду убирать. Посмотрю. Вот вровень с землей была обрезка. Корень там мощнейший, поэтому есть из чего убрать высокий побег. Точнее, может она мне дать высокий классный побег в таком возрасте. Да, в 3 года. Поэтому ждем. Вот в этом году экспериментирую со штамбами. С формировкой. Вообще с рождением штамба, скажем так. Для сравнения, Magical Candle двухлетка. Смотрите, да, разница. Разница в побегах. Почему? Ну, все просто, потому что разная корневая, разный возраст. Чем старше, тем штамп будет помощнее. Посмотрим, выйдет что-нибудь из него или нет. И вот еще 2 литра контейнер. Неплохой тоже побег идет. Видите, какой пенечек? Крохотный, да, низкий. Ждем. Ждем погоду, ждем сезон. В августе будем оценивать мои заготовки для штамбов.